Это время новостей. В студии Лили Цаакян. Здравствуйте. В рамках месячника военно-патриотической работы для школьников Лабинского района проводят уроки мужества. В этот раз учащимся третьей школы рассказали о выдающихся земляках. Мероприятие прошло в районном совете ветеранов. Знать историю своей малой родины – долг каждого гражданина. В год памяти и славы 75-летия Великой Победы школьникам рассказывают о событиях тех времен, о земляках-героях, которые жертвовали собственной жизнью ради освобождения родины. Учащиеся третьей школы с интересом слушали председателя Совета ветеранов Ирину Городнюю. После мероприятия они поделились своими впечатлениями. На данный момент в нашей школе проходит месячник, посвященный военно-патриотической работе. В связи с этим мы сегодня посетили Совет ветеранов. Здесь звучало достаточно много полезной информации, и все истории произвели на меня огромное впечатление. Для меня это впервые посещение Совета ветеранов. Это очень полезный опыт, и я рекомендую школам проводить почаще такие экскурсии, такие мероприятия для старших классов, для средних классов, потому что это важно. Нам важно знать свою историю, историю своего края, своего города. Это был очень полезный опыт для меня. Я хочу сказать, что посещение Совета ветеранов нашей школы проводится регулярно. Дети с удовольствием всегда ходят. Их интересует история своего государства, своей страны, своей малой родины Лабинска, Лабинского района. В школе тоже проходит достаточно много мероприятий, посвященных тематике Великой Отечественной войны, патриотической работе. Но когда дети попадают в такие атмосферные места, где очень много людей, которые могут поделиться своим опытом, рассказать о своей жизни, о периодах военных, к сожалению, ветеранов уже меньше, но есть люди, которые могут передать нам из их уст эту информацию. Для детей это очень полезно. И хочу сказать, как человек, да, не просто учитель, для себя я тоже очень многое узнаю и потом могу передать это своим ученикам. В честь юбилейной даты победы в Великой Отечественной войне горрайсовет ветеранов объявил о старте акции «Земля, политая слезами». Ирина Городняя призывает всех жителей Лабинского района принять в ней активное участие. Центр занятости населения провел семинар по вопросам трудового законодательства и законодательства о занятости населения. Какие вопросы сегодня актуальны, узнала Людмила Никонова. Изменения в трудовом кодексе и профессиональные стандарты. Работодатели держат руку на пульсе. С 2020 года изменились правила работы с трудовыми книжками. Они переходят в электронный формат, но у работников есть выбор. Можно оставить бумажную. 24 вопросов семинара, который проводил Центр занятости населения, посвящены особенностям перехода на электронные трудовые и взаимодействию кадровых служб и пенсионного фонда в этом случае. С начала этого года приняты большие изменения в трудовом кодексе, касающиеся введения электронных трудовых книжек. Это новизна, большая новизна, у нас в стране такого не было. Поэтому мы решили с электронными книжками, с введением этих электронных книжек ознакомить наших работодателей и кадровых специалистов. Мы им расскажем, что это такое, для чего это. Обязательно напомним о том, что они обязаны уведомить своих работников о том, что они могут перейти на электронные книжки, хотя при этом они могут и оставить свои старые бумажные. Руководителям предприятий и кадровикам раздали памятки. Теперь они готовы ответить на самые популярные вопросы. И вот один из советов работникам – не торопиться с выбором. Есть время до конца года, потому что забрать бумажную трудовую книжку можно всегда по заявлению, а вот обратно уже не получится. Ну и реализация национальных проектов. Этот вопрос всегда актуален. Тем более, что с 2019 года Лабинский центр занятости населения участвует в реализации двух проектов. Мы участвуем в двух больших проектах национальных. Это демография и производительность труда. В плане демографии там тоже два направления. То есть они коснулись предпенсионного возраста, пенсионного возраста. Вот. Здесь мы помогаем нашим гражданам получить образование, дополнительное образование, либо пройти переподготовку, повышение квалификации, так чтобы остаться востребованными и сохранить свое рабочее место. Ну, уже в каком-то новом статусе, с новыми функциональными обязанностями. И обучение, второе направление в национальном проекте демографии, обучение мамочек, как мы его называем. Да? То есть это женщины, которые находятся в отпуске
по уходу за ребенком, готовы выйти на работу, но в связи с тем, что они какое-то время пребывали дома и занимались воспитанием детей, то мы можем также их либо повысить квалификацию, ну, то есть получить, освежить свои знания так, чтобы они готовы были выйти на работу и быть мобильной, в принципе, и работать уже, исполняя свои обязанности. Это курсовое обучение, это дополнительное профобразование, но так как наши организации могут сейчас, образовательные организации могут свободно, так скажем, подобрать любую программу, то есть мы здесь работаем, конечно, с работодателями по запросу, то есть что нужно, да, они опрос проводят своих работников, и уже мы подстраиваемся под работодателя. Ознакомиться с программой и записаться на курсы бесплатного профессионального обучения можно в Центре занятости населения. Там обещают, что полученная квалификация позволит работнику соответствовать современным требованиям на рынке труда. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Не только ученики готовятся к сдаче экзаменов. В школах провели итоговое собеседование по литературе для родителей учащихся 9 классов. 12 февраля во всех школах Лабинского района состоится итоговое собеседование для учащихся 9 классов. Чтобы родители познакомились с этой процедурой, для них провели акцию. Акция «Итоговое собеседование для родителей» проводится во всей России, это всероссийская акция. Она проводится с целью познакомить родителей с процедурой проведения итогового собеседования, которой подвергаются все учащиеся 9 класса. Это обязательное испытание для учащихся и является допуском государственной итоговой аттестации. Первое испытание состоится 12 февраля в этом году во всех школах муниципального образования Лабинский район. Задания собеседования включают выразительное чтение текста, подробный пересказ, монолог по предложенным темам и диалог. О том, как проходит собеседование и какое задание наиболее сложное для учащихся, рассказала методист информационно-методического центра города Лабинска Лариса Запольская. У нас в процедуре экзамена еще участвуют эксперты, это учителя русского языка и литературы, которые непосредственно оценивают ответы учащихся. А также у нас участвуют экзаменаторы-собеседники, которые ведут экзамен, которые ведут диалог с учащимися. И цель экзаменатора-собеседника – это настроить ученика на экзамен, доброжелательной обстановке, чтобы проходил экзамен, чтобы ребенку было комфортно. Он следит за временем экзамена, за временем выполнения экзаменационных заданий. Это все ложится как раз-таки на плечи экзаменатора-собеседника. Второе задание, на мой взгляд, является самым сложным для ребенка. Время на подготовку дается 2 минуты. Ребенок должен дать подробный пересказ, объяснить все микротемы, передать и, конечно же, правильно вставить приведенное высказывание, дополнительную информацию. Родители прошли всю экзаменационную процедуру, успешно справились с заданиями. Они поблагодарили Управление образования и администрацию школы за организацию проведения этой акции, которая позволила на личном опыте убедиться, что в экзамене нет ничего страшного, и, соответственно, правильно настроить на собеседование своих детей. На самом деле замечательное мероприятие, было очень интересно, познавательно ознакомиться. Это сняло большой уровень стресса у родителей, потому что родители, наверное, даже, может быть, так же, как дети стрессуют, может быть, меньше. Было очень интересно выполнять задания, посмотреть, окунуться вот в жизнь детей, с чем они столкнутся, чтобы понять, потому что нас выбрали как представители, нам придется донести это все детям, снять у них волнение, донести родителям, чтобы они также поддержали своих детей во время экзаменов. Таким был сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.